бездомный котик оглажал. 3 дня шлялся, черт знает где. Теперь голодный, уничтожает рыбу вареную. Кс-кс-кс-кс. Все, кончилась рыба. Молока можно попить теперь. Марсик, Марсик, Марсик. Молоко пить не даем, да, Барсик? Так вот, бездомный котик на кроватке отдыхает. Шлялся где-то неделю, оказывается, был у соседей на первом этаже. Жил. То есть, кроме нас, еще и к соседям ходит жить. Сегодня вот пришел уставший. Ну, конечно, на 2 этажа выше, что лапы зря топтать. Их же 4 штуки. А еще у соседей есть домашняя кошечка. Так что наш бездомный котик еще отдыхает, отдыхал по-человечески с домашней кошечкой. Он у нас живет на 2 подъезда и, видимо, на 3 квартиры. А еще ходит на теплые трубы. Там у него целая кошачья компания, их там тоже кормят. Ну вот так вот он любит спать на кроватке. Уставший весь. О, все, проснулись. Сейчас будет кусь. Не любит, когда ему животик гладят. Вот так вот делает. Все, вот так вот, да. Отстаньте, говорит, от меня. Животик гладь не дает. Вот, 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 все. Животик не дает гладь. Только спинку. Спинку можно гладить. Вот, все. Ой, ой, ой. Все, проснулись. Зашевелились. Ну-ка, где наш громкий хрю? Он еще может громко-громко мурлыкать. Животик не любит, когда гладит. Животик беленький, не дает погладить. Зато громко мурлыкает. Вот так живут бездомные муромские коты у нас. На 3 квартиры и 2 подъезда. Пища у него простая. Молоко, курица, мясо, рыба. Сыр не ест. Даже очень дорогой сыр не ест. Ну, всем удачи.